Для переговоров прибыл председатель Верховного Совета Вооруженных Сил и премьер-министр Республики Судан, генерал-лейтенант Ибрагим Абу. С советской стороны в переговорах участвовали председатель Президиума Верховного Совета СССР Брежнев, первый заместитель председателя Совета Министров СССР Микоян, заместитель председателя Совета Министров СССР Новиков, министр иностранных дел СССР Громыко. В ходе переговоров, проходивших в атмосфере дружбы и взаимопонимания, состоялся обмен мнениями по вопросам дальнейшего развития сотрудничества между Республикой Судан и Советским Союзом.